Это у нас Dodge Charger Hellcat. Типа что-то под спортивную косит. Короче, вроде четырехдверная, но спортивная машина. Она идет 6,8 объем, 8 цилиндров. Задняя ведущая. И у них обычная проблема. Они задние ведущие. Мощи хватает. Их обычно берут чисто погонять. И у них вот обычная проблема. Зад ударен. Крутит, не справляются с управлением. Особенно обычно любят делать на поворотах. Дать газу. Закрутила и ударила. Ну и по передку там ее, короче, вроде даже бампер был на месте. Но удар вот сюда, в подрамник. И снизу, здесь я не знаю, чем ударило дно. Либо погрузчик уже вилами зацепил, либо при ударе она наскочила на что-то. Короче, меняем крыло, а дальше будем смотреть дно, что делать с дном, либо его сохранять, либо менять. Сегодня я сейчас пока подтяну крыло, начну высверливать, но завтра придут, снимут стекло, потому что стекло надо снимать, мы будем менять где-то здесь, вот это надо все высверливать, и привезут, донора привезут. Это, кстати, вот если видно, две сиены я взял, одну себе, одну на продажу, наверное, либо обе буду продавать, потом, может быть, сделаю как-то видео. Dodge Charger Hellcat SRT. So the main damage is the rear end, but also we have the subframe is damaged here. We'll have to fix it. Yep. And changing right quarter panel. I'll try to change just the quarter. Would save the inner pieces, but not sure, maybe I'll have to change this, we'll see. Донора привезли, вот как он выглядит, но есть интересные моменты. Сейчас я попробую показать так, а потом уже почищу вот этот силикон,
И думаю, что там чуть больше интересного будет. Вот это вот все менено. Короче, все, что я меняю, вот где именно мне надо сверлить, все вот это уже сверлили, варили. Всегда после сварки сложнее варить, ну то есть сверлить, потому что дырки намного больше. Вот здесь вот видно, рихтовали, не дорихтовали. Вот эта штука, вот этот кусок, я думал поменять, но он ничем не лучше, чем тот, поэтому придется тот рихтовать. Что-то придумывать здесь, вот это снять, мне кажется, будет очень сложно. Да, ну, немного вариантов. Я бы даже сказал, нету этих вариантов. Где-то вот здесь вот они меняли, мне кажется, вот здесь вот резали. Потому что вот заводские сварочки, вот заводская сварка. А дальше уже идет все шпаклеванное. Вот до сюда. И дальше идет заводская. Вот заводская, а вот это все. Где-то вот здесь вот они стыковали. И где-то вот здесь. Краска лопает, вот видно. Тут все сверлилось. Короче, не очень мне это все нравится, но ничего, придется делать как-то. So this donor piece, donor quarter, was previously fixed, welded here. All this stuff was welded. It was kind of hard to drill it, so I had to use the sanding belt to take it off. Also, I was thinking to use this inner piece, but this is how they fixed it. So I'll have to work on that piece, finish it, fix it somehow. And weld it. This is damaged. I mean, there is no other choice, I have to. Короче, вот где было менено, стык. Ну, вроде бы как более-менее нормально. Смотрю, что слой был, ну так, небольшой шпаклевки. Вот здесь вот что-то многовато шпаклевки. Ну, я там трогать не буду, я буду ниже менять.
закончил чарджера. Вот это все шпаклевка, вот видно, все шпаклевка. Здесь пришлось два стыка делать. Вообще думал один сделать, но тут внутри три металла идут. То есть два еще. Вот этот и еще два. Никак не мог достать вот это. Плюс они вот это все приваривали между собой. Оно не должно быть приварено. Вот это все шпаклевка. Причем такой, так, слоечек не маленький. Ну, короче, они будут это все сдирать, снимать. Здесь шпаклевка. Фонаря мне не привезли. Сейчас там надо будет побрызгать. Done with the charger. Like I told you, everything was bundled. The whole quarter panel is bundled. But I think it looks nice.